Мои прекрасные зрители, здравствуйте! Несложно догадаться, что я снова в Венеции, именно из Венеции вас приветствую. Это видео-прогулка понравится тем, кто, возможно, так же, как и я, не любит туристические тропы. И я покажу вам итальянские дворики, итальянские улочки, точнее, венецианские дворики, венецианские улочки. А какими увидите их вы, если вы свернете с рекомендованного туристам пути? Зачем это нужно делать? Это нужно делать для того, чтобы на самом деле почувствовать дух уж такого города, как Венеция, совершенно точно, потому что туристов очень много. И в определенный момент ты можешь поймать себя на мысли, что ты боишься не дойти туда, куда ты идешь. Обычно все идут все-таки на площадь Сан-Марко. Кстати, если вы двигаетесь на площадь Сан-Марко, имейте, пожалуйста, в виду, что вы должны сначала дойти до Риальто, моста Риальто. Соответственно, вам нужны указатели на Риальто. Это то, что мне сейчас кажется очевидным, но это то, чего я не знала. Когда я выходила раньше, допустим, с ЖД вокзала, первое, что я искала, это указатели на Сан-Марко. Не видя указателей на Сан-Марко, я шла туда, куда были указатели. Почти все указатели ведут прежде всего к Риальто. От Риальто уже вы очень быстро доберетесь, но если повезет, до площади Сан-Марко. Рекомендованный туристам путь, он, конечно же, прекрасен. Очень много кафешек, магазинчиков, все это колоритно, все это интересно. Но, повторюсь, из-за того, что очень много людей, в определенный момент ты смотришь только в затылок проходящего впереди тебя человека, либо идущего впереди тебя человека. Если вы свернете в любую улочку, которую вы увидите, наблюдайте, куда сворачивают местные жители. А как понять, что это местные жители? Ну, они, как правило, с пакетами, как правило, все-таки хорошо одеты, не по-туристически удобно, а достаточно элегантно. И они сворачивают туда, куда никто не сворачивает. Вы можете пройтись по этим улочкам, заглянуть действительно в итальянские дворы. Кстати, это катер полиции. Сегодня я встречу очень много катеров. Это был катер полиции, а еще я увижу катер скорой помощи. И ухожу я, видите, за моей спиной тропа туристическая, а я ухожу через мост. И если вам не нравится смотреть на маленькие дворики, улочки и так далее, вы, пожалуйста, старайтесь выходить к Большому каналу, потому что это видео завершится тем, как я вышла к Большому каналу. Как я уже говорила, на Большой канал выходят самые красивые здания, потому что Большой канал – это самая центральная улица в Венеции. Раньше, конечно же, самые обеспеченные семьи покупали себе особняки и отделывали их со всей возможной роскошью, когда Венеция была во всей своей красе, во всем своем могуществе экономическом и силе. Поэтому самое красивое можно увидеть как раз-таки на Большом канале. И выходя к воде Большого канала, можно и полюбоваться тем, что, например, увидела я. Но, тем не менее, я сворачиваю, вижу много местных жителей, дети в лодке, папа что-то чинит в лодке. Венецианка, которая собачку выгуливает, остановилась, разговаривает по телефону. Кстати, на ней блузка, которую я видела на рынке. И, возможно, в следующий раз я специально эту блузку найду и покажу вам. В принципе, издалека видно, что вещь достаточно проста по своей текстуре и фактуре. И материал не натуральный. Но посмотрите, как красиво и эффектно сочетается. Голубой деним, белая обувь, белая блуза. Это замкнутый образ, потому что то, что мы имеем сверху, цвет, который мы имеем сверху, мы имеем его внизу. Ну что ж, посмотрите, Венеция, при том, что я показывала в предыдущих видео, насколько она переполнена сегодня была туристами, посмотрите, она может быть вот такой пустынной, но самое интересное, она может быть оглушающе тихой. Абсолютная тишина, только плеск воды, ну и, возможно, плеск воды и от проезжающих лодок. Мне очень нравится, как отделывают трубы в Венеции, я всегда на это обращаю внимание, не всегда это возможно передать на камеру, но трубы в Венеции особенные, возможно, это какая-то особенность архитектурная, мне нужно прочитать, поинтересоваться. Вот такие улочки, как я их называю. Обожаю белье вывешенное. Раньше это белье, когда я первый раз приезжала туристом, казалось мне ну чем-то вообще не соответствующим красоте Венеции. Теперь именно белье меня очаровывает, потому что прежде всего мы видим Венецию городом, в котором живут такие же, как мы, люди. Вот такой прекрасный дворик. Это то, что я называю бытовая красота. Посмотрите, какое все обшарпанное и облезлое. Но при этом цветы. Я сделала комплимент сеньоре, которая поливала цветы, и она сказала, что да, это ее рук дело, этот красивый дворик, и действительно, что может быть проще, чем посадить цветы рядом с домом, в котором ты живешь. Вот так я выглядываю, как вы понимаете, я в тупик попала, никак не перейти. Была бы помоложе и не замужем, я бы махнула человеку на лодке и попросила бы его лодку развернуть, чтобы я перешла. Но, будучи замужней, я себе такую фривольность позволить не могу, я стою,
Это прекрасное ощущение. На меня, кстати, с интересом смотрят люди с площади, думая, наверное, как же я туда попала. Им наверняка тоже хочется вот так постоять на ступеньке. Я разворачиваюсь, выхожу. Вот этот дворик, встречаю сеньору. Посмотрите, какие задворки. Но они имеют свое очарование, действительно. Посмотрите, тут даже мусор сложен. Но вот у итальянцев я научилась этой бытовой красоте. На самом деле, красоте в мелочах. Там, где можно покрасить, итальянцы покрасят. Там, где можно отремонтировать, итальянцы отремонтируют. При этом, если мы представим себе поломанный забор, вот если итальянец может отремонтировать хотя бы часть этого забора, он обязательно это сделает. Покрасит хотя бы часть. Ну и потом со временем, возможно, приведет в порядок весь забор. Вот такой беззаботный венецианец разговаривает по телефону. Работы идут по смене обивки дивана. И вот я засняла рабочего. Трудяга, как мы бы сказали. Он работает, скорее всего, погрузчиком на этой лодке. Вот такой у него прекрасный рабочий день. Я же в тишине улочки решаю украсить себя тем, что я купила в магазине браслетов. Я женщина рациональная. Я купила себе браслет на ногу. Очередной, но в серебре, у меня до этого были золотые. И купила детям браслеты, которые понравились мне. Привезу им как сувенир. Им надоест это все очень быстро, как и всегда бывает, но я потом поношу с удовольствием. На определенный момент я понимаю, что там такие серьезные этикетки, без ножниц не срежешь. И в итоге приходится мне все это убрать снова в пакетик, не надевать на себя. И вы помните сеньору из прошлого видео? Я сняла на ее руке подобные браслеты. Правда, там бусины были крупнее, но вот итальянки очень любят подобные браслеты. Это то, что является действительно характеристикой итальянского стиля. Мне раньше это не очень нравилось, но если, скажем так, эти браслеты подобрать одинаковыми, либо вот какой-то, ну, прям явно читаемой одинаковости, мне это стало нравиться. На мне сегодня тоже много браслетов. И мне кажется, скоро я тоже буду звенеть, как итальянки. Хотя, повторюсь, я пока еще к этому не готова. Это такая эстетика, которая мне нравится на других. На себе не очень комфортно я ее ощущаю. Ну что ж, вот так я принарядилась. Хотела, на самом деле, этот браслет показать на ноге, но нога моя в кадр не ходит. Постою чуть-чуть и пойду. Кстати, через несколько минут я узнаю, зайдя в очень интересный магазин футболок, я узнаю, что можно ходить без масок. Но вы не поверите, до этого я даже не обратила внимания, что у многих маски имеются, но они спущены. Мы, кстати, я думаю, очень долго будем ходить в масках. Посмотрите, какой интересный указатель на туалет. Я такого никогда не видела. Мы долго будем ходить в масках, потому что в закрытых помещениях, где возможно большое количество людей, нам маски еще показаны. И я на своем опыте поняла, сняв маску, убрав ее в сумку, что это очень неудобно. Заходишь в церковь, маска нужна. Ты ее ищешь, берешь руками не очень чистыми, надеваешь. И это не очень удобно. Поэтому многие действительно в масках, но они спущены. Но я вот почему-то на это не обратила внимания, пока мне не сказали. Ну что ж, завершаю свое видео. Я выхожу, видите, на туристическую Мекку, тропу. И сразу встречаю хорошо и классно одетых людей. Этот образ мне очень понравился. Белая рубашка, темно-синие джинсы. Все очень просто, очень классно. Большое количество браслетов, очень все по-итальянски. Это, безусловно, венецианка. Посмотрите, вот эта элегантность, которая в повседневной жизни присутствует у итальянцев, всегда говорит о том, что это местные жители. Итальянцы могут быть местными туристами. Они, кстати, могут быть местными туристами в собственном городе, то есть одеться определенным образом и обойти, не знаю, все церкви города, посмотреть что-то интересное, что, на что у них и так не хватало времени в повседневной жизни. Опять белая рубашка, а это микрошорты, я даже не успела микрошорты заснять. Смотрелась очень красиво девушка, потому что красиво было. На ней были сапоги, я не знаю, камера успела передать, на ней были сапоги, микрошорты и вот такой пиджак. Выпрямленные красивые волосы. И вот немножко молодежного стрит-стайла. Я обожаю, как одеваются молодые итальянцы. Молодые итальянцы одеваются лучше, чем молодые итальянки. Белая футболка и черные брюки, что может быть проще. И кажется, что это какое-то хаотичное сочетание, но это не так. Посмотрите, парень в шортах, в футболке и в бомбере. Казалось бы, жарко ему должно быть, но это тот момент, когда стиль решает все. Ну что ж, я снова сворачиваю в маленькую-маленькую улочку, и в этот раз я покажу вам улицу, уже которой я не видела, но это будет в следующем видео, в следующей подборке. Вот таким образом выглядит улица, которая ведет к большому каналу. Посмотрите, какой прекрасный вид сейчас откроется. Я просто села и сидела минут 20, и в этой поездке я хотела просто дойти до Риальто, чтобы заснять и показать вам, как Риальто выглядит сегодня.
Но я поняла, что мне, во-первых, и делать этого не очень хочется. Я увидела много всего интересного в эту поездку, не доходя до Риальто. Ну и, с другой стороны, я поняла, в общем-то, я покажу вам Риальто, которую многие себе и так видели, и так представляют, как может выглядеть, потому что сегодня было очень-очень много туристов. На самом деле такое ощущение, что люди засиделись дома, и люди с удовольствием приехали погулять в Венецию. Это дворики частных домов, к ним имеется только подъезд со стороны Большого канала. Вы не представляете себе, насколько, как бы мы сказали, обшарпанные стены в этих двориках, в этих улочках. Но Венеция, безусловно, способна очаровать даже вот в таком состоянии, когда она нуждается в реставрации. И, скорее всего, эту реставрацию никогда нельзя будет провести в полном объеме, потому что это бюджеты, которые не могут себе позволить ни частные лица, которые владеют подобными домами. Исторически так сложилось, что они являются счастливыми обладателями подобной недвижимости. Ни у государства, ни у фондов. Вот все это поддерживается в каком-то состоянии, чтобы хотя бы не разрушалось. Ну что ж, дорогие зрители, спасибо вам большое за компанию. Большое спасибо за просмотры. Вчера у меня случилось 500 000 просмотров, чуть больше даже, за 2 дня. Это для меня, для моего канала невиданный рекорд. Мне было очень приятно. Только представить, 500 000, на самом деле 550 тысяч просмотров за 2 суток, за 48 часов. Мне даже сложно представить, сколько раз и какое количество людей посмотрели мои видео. Большое спасибо, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.